Уважаемые жители города, побратимы Ялты, от лица жителей Грозного и от себя лично поздравляю вас с Днем города. Сегодня в курортной столице Крыма реализуются крупные инвестиционные проекты. Активно развивается социальная сфера и городская инфраструктура. Успешно решаются самые амбициозные задачи социально-экономического развития. Все это было бы невозможно без активного участия ялтинцев, болеющих душой за родной город. Еще раз сердечно поздравляю вас с этим праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, согласия и взаимного уважения. Пусть ваш город процветает, бережно сохраняя свою неповторимость и уникальность для будущих поколений. С праздником вас, Днем города! Ахмад сила, Аллаху акбар!